потом в следующем фильме. Я в тебе не сомневаюсь, слушай. Просто понимаешь, сейчас погода такая. Я понты просто. Не буду. Я бы сегодня нормально прям. А вот завтра, блядь, я... ты просто вот меня увидишь первый раз у нас. Ну вот завтра просто будет минус 20. Что делаем? Ну, блядь, давай еще чуть-чуть по тренингу, я хуй знаю. Нормал. Ты потом пожалеешь об этом. Да. Так, Гарик, я тебя сфотографирую на ретрику. Ой, ты кто? Факин. Нихера себе! Как ты так сделал? Вот смотри, бля, там, бля. Это чё, ёбаный? Ладно, ещё, типа, с быстрой съёмкой. У меня люди... Блядь! Паш, там холодно. Там как... Вот, понимаешь, непогоду, пиздец. Ты такой неудачник. Нет, все. Да я уже стоп поставил, пошли, стой. А не, идет, давай. Ты шапку опять проебал. Ну, сегодня 22-е неподходящий. Сегодня тает снег, везде лед, скользко, слякоть, мы не можем тренить. Так что, смотрите, скоро видос выйдет. А сейчас... Демка, Максима и Басила.